Ну вот, значит, утряночка у нас закончилась. Приплыли мы на стан. Каждый занимается своим делом. Что, котелок моешь? Ну да. Так, а где наша утка? Утку, наверное, уже пошел щипать Виталий. Сейчас мы с ним будем знакомиться. А вот и наш оператор Виталий. Помаши ребятам привет. Всем привет. О, пошла вода горячая. Свей щипишь. Ну, видишь, какой красивый. Ну. Был. Говорится, был пацан и нет пацана. Хмарится, что-то хмарится. Ну, вроде по прогнозу дождь не стоял. Вот такая красота, благодать, как говорится, в чисто поле. Значит, щипаем уточку. Сейчас будем варить охотничий суп. Будем вам показывать. Деревенские мужики работают. Сено возят. Че, Виталь, как процесс? Вообще жара. Ты что там, мам, увидела? Какие такие лесные дары? Где? Опа! Подберезовики. Не отходя от кассы. Отлично. Значит, будем жарить картошку с грибами, да? Ну, конечно. О, не отходя от кассы. Какие красавцы растут. Вот еще один. Вот еще растет. Да смотри, сколько тут. Много. Прям первый раз так с 93-го года, да, что пустанно росли грибы. Виталий у нас ощипал уточку. Сейчас переходим к следующему этапу. Это ее опаливание, вот этого пуха. Давайте во второй части охоты сделаем пару готовочек. Вот у нас будет картошка с грибами, значит. И будет охотничий суп. Вот, это будет у нас вторая часть охоты. Посвятим ее готовке. Опаливаем на паяльной лампе. Нормально я ей припечатал. Крыло перебил. Дину штук 3-4 дробина. Свиес, это у нас таежная утка, считается. Ну, жирненькая, навар будет в супе из нее хороший.
нас будет третий этап. Это у нас будет разделывание утки, мойка ее, подготовка, так сказать, мяса уточки, которое у нас пойдет вариться в суп. Значит, третий этап у нас идет — это разделывание, как я уже говорил. Снимать и показывать, ребят, не будем, чтобы YouTube у нас не заблокировал это видео, а то скажут якобы издевательство над животными, как они пишут в правилах. Вот, разделаем, значит, мясо, потом уже покажем готовое в супе. Ребят, как закипит, сейчас варим мясо. Пока, значит, мясо у нас варится, у нас есть час. Режем грибы. Смотрите, какие чистенькие, свеженькие. Что ли? Ну, не знаю, сейчас разделывать будем, глянем. Эти-то точно все белые, свежие. Вот этот тоже свежачок такой вырос в поле. Красавчик. Самый четкий. Чистим картошку. На грибы будут у нас сегодня жарить. На грибы, на утку. А, на утку. А, на грибы потом будем чистить. Правильно? Да, да. Так, это значит, картошка у нас пойдет на утку в суп. Вот, на охотничий суп наш. На грибы тоже. Сейчас грибы будем обрабатывать. Потом, значит, отваривать. И потом будем также чистить картошку уже для грибов. Пошли посолим наш суп. Ну вот, 20 минут варится. Еще 40 минут будет вариться.
Значит, ребят, час утку поварили. Картошки на 5-литровый, значит, котелок. Сколько у нас? 3 литра, да? 3 литра. Сейчас посмотрим, надо ли будет добавить воды. Пусть картошка наша закипает. Как закипит, варим минут 20. Картошка закипела. Закидываем морковь. И варим все это дело минут 20. 15-20 будем пробовать. Картошка варится 10 минут, кидаем приправу хмели-сунели. Она придаст нашему супу насыщенный такой аромат и вкус. Сейчас, ребят, еще чуть-чуть подсолим, попробовали, соли не хватает. Сейчас прям совсем чуть-чуть маленечко. Кому надо, тот подсолит себе уже сам чашу. 15 минут прошло, кидаем зелень. Что у нас здесь? Лук, петрушка, укроп. Какой запах, просто божественный. Целовружка. 5 минут, короче, варим зелень и все. Отключаем, выключаем, настаиваем и кушаем. Зелень поварилась, и финальная стадия. Закидываем лавровый лист.
Запах вообще бомба. Отключаем. Все, сейчас наш супчик настоится и будем кушать. Все, супчик наш настоялся. Сейчас будем отведывать. Только сейчас закипел чай со свежей смородинкой. Ну что, ребят, дегустируем. Также на столе у нас все домашнее. Лук, овощи с огорода, с грядки, с теплицы, хреновина тоже сделали перед охотой. Все свое, как говорится. Сало сами коптил. Да, кстати, сало коптил. Ролик есть на канале, обязательно смотрите. Копчение сала. Я вот, кстати, вам говорил, что пробовать я его буду на охоте. Ше бомба. Огонь. Что может быть лучше на охоте, чем охотничий суп? Сейчас попробуем, что у нас получилось тут по Супенскому. Горячий еще, толком не остыл. О, огонь! Божественно! О. Сало отведуйте домашнего. Чего? Ништяки? Ну, ребята, вообще просто фэнтези. Фантастика, прям великолепно. Грибы, значит, обработали. Мама их обработала. Вот, замачиваем. Что, все чистые были? Сейчас промоем, все чистенькие, ага, не червивые. Отлично. Я покажу. Все, сейчас замочим, промоем, потом будем отваливать. Грибы, значит, сварились. Сколько варились? Полчаса. Все этого достаточно. Сейчас их будем остужать. Какая незаменимая вещь — паяльная лампа. Все готовится только на ней.
и жарится, и парится, и варится. Особенно когда лесные дары под руками. Продолжаем жарить. Грибочки обжарились, вот закинем картошечку. Картошечка с грибами жарится, запах идет, вау! Процесс идет. Готовим под фонариком, потому что уже темно, ничего не видно. Приехали с вечерки и рыбку половили, и уточек постреляли. Все ништяк. Поэтому вот готовим в таких условиях, в темных. Закидываем лук. Сейчас будем дожаривать уже с луком. И будет готово. Все, ребят, 25-30 минут примерно готовилось. Такая жара, вот такой экшен у нас получился. Так, переносим паяльную лампу уже на чай. И сейчас уже скоро будем пробовать, будем вам показывать, если что-нибудь увидите. Будем снимать пробу. Не побольше, Влади. Вот
такие вот ништяки мы готовим на охоте постоянно. Что-то новое. Жалко, наша охота подходит к концу. Так бы мы бы еще пожарили рыбки. Вот. Ну ладно. В следующий раз, как говорится. Благо, сегодня рыбалка удалась. Наконец-таки поймали три щучки. Наконец-то сделаем, смонтируем для вас ролик. Ну и напоследок все-таки удалось добыть еще две уточки нам. Что у нас? Все готово для принятия пищи? Да. Ну все, ништяк. Попробую, что у нас получилось. Вообще ништяк. Оцени. Правда, снимаем в такое ночное время. Ну, как есть, так есть. Так что, ребят, всем благодарим за просмотр. Кому видео зашло, ставим лайк. Те, кто не подписан на канал, подписываемся, готовимся, готовим по такому же рецепту. Вот, будет вкусно, и у вас все получится. Всем пока, всем удачи!